Теперь о происшествиях. Вечером недалеко от складов Бакалей на улице Песочная в Ярославле загорелся ангар с автомобильными маслами. Когда вспыхнула крыша, хозяина помещений рядом не оказалось. Пожарных вызвали очевидцы. Задачи огнеборца справились быстро. Уцелела часть кровли, спасено содержимое склада. Устанавливается причина возгорания. К месту возникновения пожара незамедлительно выехали силы и средства пожарной охраны в количестве 27 человек личного состава и 9 единиц техники. Полная ликвидация пожара зафиксирована в 17 часов 28 минут. В результате пожара уничтожено чердачное помещение на площади 100 квадратных метров.